Друзья, 15 октября 2022 года. Вышли с вами прогуляться недалеко от Грин-Сити. Дорога на атомную станцию Рупур. Направо поворачивает. Перекресток на Грин-Сити. По этой дороге мы каждый день едем и возвращаемся на работу. Здесь у нас банк. И какой-то ресорт-санаториум. Сейчас будем смотреть местные достопримечательности. Пальмы, как сорняки растут. Везде зелено. Уютно. Так, посмотрим адрес здесь. Папа Рома. Здесь кафешка. Чаршабур и Шварди Пабна. Мы находимся. Пальмочки. Вечно сигналищие автомобили, рикши, тук-туки, мотоциклы. Все как всегда. Пойдем смотреть, что у нас есть. Пасутся овечки. Какой-то прудик. Сейчас подойдем, посмотрим. Лебедь. Ничего себе. Ух ты, лодка стоит. Прудик. Довольно красивое место. Конечно, не ухоженное, как обычно в Народной Республике Бангладеш. Но тем не менее, мостик, искусственная, водоемчик, зелень. Здесь можно ходить. Такой мостик, зеленушки. Уточки или лебеди. Лебеди или уточки? Ну, похоже, что лебеди молоденькие. Везде пальмы. Пальмы в воде. Красиво. Ну что, молодые лебеди? Это гуси. Это гуси, друзья. Очень зелено, ухоженная территория, приятно. Редкость в этих местах увидеть такой порядок, антураж. Санаторий Папа Рома, округ Ашварди, недалеко от Грин-Сити. Довольно красиво и уютно. Парковочка. Вот это вот сам санаторий. Ну, хотя бы чистенькая территория. В отличие от территории Грин-Сити, где за его воротами просто грязь. Что, пойдем смотреть дальше? Возле кафешки тоже зелено. Это территория Папа Рома. Кафешечка. Мы посмотрим меню. Тортики есть. Ванильный килограмм. Любой торт от 1400 до 2,5 така за килограмм. Пицца Маргарита 10 дюймов 700 така. Ага. Все пиццы по 700 така. Овощная, гавайская, с морепродуктами. Кафешечка. Что-то не хочется сегодня заходить. Красивые цветочки. Зеленушка.
такая вот Папа Рома территория. О, бананы растут как сорняки. Еще какой-то фрукт. А, это лайм. Друзья, это лайм. Явно. Вот так вот просто растет лайм на улице. Тут же банановое дерево. Дальше интересная растительность. Все хотел посмотреть, что это за растение. Огромные листья. Судя по всему, какой-то сорняк растет везде. Там козочка пасется. Все в пальмах. Опять-таки дорога на Рупур оживленная. Как всегда, кирпичи они здесь постоянно перевозят, обжигают, слаживают, носят на голове. Ну, в общем, бенгалы чудят. Ой, немножко зелени вам. Пальм. Все сочное. Такая вот зеленуха. Явно здесь влаги хватает. Строительный материал. Кирпичи. Банановые пальмы. Там вот какая-то папайя растет. Рядом с бананами. В общем, все как всегда в Бангладеш. Ничего удивительного, казалось бы. Но ничего удивительного для местных. Но никак для, не для россиян, не для крымчан, как мы с вами. Такой-то он интересный Бангладеш, друзья. Многие живут на грани бедности, за чертой бедности, я бы сказал. Очень многие занимаются торговлей, перепродажей. Кто-то пытается что-то везти, овощи, фрукты с Индии. Менталитет у них, конечно, все грязное. Где покушали, там обертки и кинули. То есть к чистоте они не приучены. От слова совсем. Не туристическая страна. Строим первую в этой стране атомную станцию. Большая атомная станция, огромная территория. Уже большая часть построена, больше половины сделана. Экватор пройден. Я не знаю, как эти ребята со своим менталитетом будут ее эксплуатировать. Мне просто страшно. Вот. Такой был обзорчик, друзья, на территорию санатория. Санаторий резорт Папа Рома. Там же и кафешка. А мы погнали дальше снимать для вас интересное видео. Ставьте лайки. Всем добра!